Забайкальский край не вошел в список регионов, которые получат деньги на расселение людей из аварийного жилья. Ранее на официальном портале правительства России появилось распоряжение о выделении 42 миллиардов 43 субъектам Российской Федерации. Правительство продолжает вести работу по расселению людей из аварийного жилья, чтобы обеспечить снос или реконструкцию таких домов и дать возможность гражданам переехать в современные квартиры. Из резервного фонда Кабминам будет дополнительно направлено 24 миллиарда рублей, говорится в сообщении. Отметим, что из дальневосточников деньги получат только 6 регионов. Ранее сообщалось, что программа по переселению граждан из аварийного жилья в Чите приостановлена до будущего года из-за отсутствия источников финансирования. В краевой столице, к слову, на данный момент признаны аварийными больше 1200 домов.